Париж и Лондон достигли договоренности об открытии границ, которые были заперты в течение нескольких дней. Поводом для столь резкого решения стало обнаружение в королевстве нового штамма вируса, который, по мнению британских ученых, гораздо заразнее. Об открытии границ объявили через несколько часов после телефонной беседы французского лидера и британского премьера. В то же время у французских СМИ появились сообщения, что в результате даже кратковременной блокады на въезд и выезд в предпраздничный период в магазинах может начаться дефицит морских деликатесов. Границы открыли при условии наличия у въезжающих и выезжающих, но по делу отрицательного теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа. После дискуссии французы решили принимать результаты иммунохроматографических экспресс-тестов на коронавирус. Это быстрый, достоверный способ диагностики. Принятие результатов этих тестов способствовало прогрессу на переговорах и позволило разблокировать границы, а также устранить транспортный коллапс. Массовое тестирование будет проводить Национальная служба здравоохранения Британии совместно с военными медиками. Предполагается, что в течение среды транспортное сообщение с Альбионом будет восстановлено в полном объеме. Континентальная Европа отгородилась от британских островов локдауном. Запрет на въезд и на выезд накануне Рождества ожидаемо привел к хаосу на суше, в небе и на море.